Вот черепашка со львенком этой, ну, львенок такой, я на солнышке лежу, там, и ушами шевелю. Вот она, вот эта песенка, мультфильм. А вот я, а я тоже так же вот так в траву ляжешь, вот такое, особенно это весной, вот такие там подснежники, мать и мачеха желтые, вот так разляжешься, лежишь на, и на солнышко ты смотришь, и вот такую же песенку, вот как этот ленок пел и поет. А вот, а я смотрю, тут черепаха, вот эта черепаха, а думаю, кто это, она же в очках, эта черепаха, а думаю, кто это черепаха, эта черепаха? Она потом ленку говорит, ты что-то не так поешь. Она говорит, вот так, да, что-то, а, мол, говорит, не сижу, а лежу. А я так подумал, а черепаха это кто такая? Черепаха, вот, я так подумал, кто это черепаха? Почему она львенку не дает? А оказывается, вот это полицейский черепаха, она львенку указывает, ты вот не так должен, а вот так ты должен. А почему-то львенок как хочет, так он и хочет. А почему ты, вот эта черепаха, это полицейский, вот я вот так считаю. Она вот так же я лежал, и я вот этот, ты неправильно вообще, вставай отсюда, козел, да, как он еще с дубиной меня как треснул. Да. Я ну, вот у нас вот так полицейский. Ты на солнышко, вот радуешься, а тебе даже солнышку не дают. Вот радоваться, вот эта полиция везде-везде, и всюду она везде. Как она, как везде умудряется, я поражаюсь, да. Ты кто? И у них одно вот такое, ты кто? Я вот поражаюсь, вот этот вопрос они всегда спрашивают. Я вроде думаю, может я это какой-то зверь или кто-то, да. Я же человек с руками, с ногами, да. Что, вообще у них глаз вообще нет. И все время спрашивают, ты кто? И говорят, документы! Документ для него! Фу, девушка, да, да. И вот документы, вот. Ой, что это такое ужасное, я поражаюсь, да. А у природы разве есть документ? У природы есть документ? У природы. У природы нету документа. Нет. Ни документа, ничего. Это природа. А что это вы это придумаете? Вы сперва документ, потом еще что-то, электронные карты, всякую ерунду, какие-то медсправки, там, год, день рождения, придумайте, это все придумайте, все придумайте. А кто это придумает? Это какое-то государство все придумает, какой-то дребедень, всякие бумажки, да. Вот мне, например, дали бумажку, куда я села, что я хранить столь буду. Да ну на мне эта бумажка сраная, важная. И вообще это документы, и вообще. И говорит, а кто я такой? А я вас всех спрошу, кто я такой? Кто я такой? А я, кто я такой? А я сам не знаю, кто такой. Я вообще сам не знаю, кто я такой вообще. Да.